Дорогие мои, я хочу вам презентовать философское, где-то даже религиозное стихотворение, которое называется «Живите сердцем». Это из моего сборника «От Гудзона до Ланжерона». Где царство и цари, где фараона власть, Ассирии сыны и Вавилона слава. Всему, что вознеслось, судилось Богом пасть, и гордости большой, а от того и слабой, отобрала все смерть и превратила в прах, в развалины все то, чем люди так гордились. Отобрала все смерть, до нитки обобрав, и нищих отдала она на Божью милость. Что испытали вы? Какой такой экстаз? Не в силах распознать души своей бессмертия. Вы жизнь пустили в пляс. Господь оставил вас. Так что гордыни помаленько поумейте. Прозрей же, Божий люд. Скорей займись собой. Кто выбрал путь иной, оставь его, не трогай. Есть сердце, не живи одной лишь головой, шагая к цели впредь нелегкую дорогой.